Друзья, я не то что прошу, это, наверное, просьба, да, но не такая там. Я не на грани, да, но хотелось бы мне, конечно, поснимать для вас более качественно, более, что ли, профессионально видеоролики, поскольку я, как мне один человек сказал, как ветер, то там, то здесь, и много где бываю в интересных местах, попадаю во всякие интересные, даже, скажем так, сложные ситуации. Поэтому мне не хватает инвентаря, оборудования кое-какого, но оно стоит денег. Поэтому у меня к вам, наверное, не то что просьба, а может и большая просьба, наверное, это больше обращение. Помочь кто чем может, задонатить, для тех, кто не знает это слово, пожертвовать какую-то сумму, которую вам не жалко. Это может быть и рубль, и два, и десять, и сто. Все зависит от ваших возможностей и, конечно же, от вашего желания. Мне на развитие моего, вернее, нашего с вами канала, поскольку я снимаю это для вас, рискую своей задницей, скажем так. Меня же уже предупредили, что долго не живут. Вот. Но вы знаете, я считаю то, что намного не то, что круче, а приятнее, наверное, остаться в памяти у людей хорошим человеком, а не куском говна, да, пусть даже после смерти, поэтому я все это снимаю не зря. Вот. И здоровье у меня еще будет, я его поправлю. Оно немного хромает, не буду отрицать, но это уже не для этого видеоролика информация. Друзья, не надо только писать в комментариях, что вот я там, он не хочет работать, он просит милостыню, лентяй, там, лодырь. Я вас не заставляю делать какие-то пожертвования в мой адрес, там, моего канала, да, какую денежку мне слать. Вы же сами смотрите мои видеоролики, раз пишете комментарии, пусть даже больше плохие, чем хорошие. Те люди, которые посчитают нужным, да, они задонатят, еще раз повторюсь, сделают пожертвование. Наверное, это больше у меня, как мне написали в комментариях, крик души, да и что-то я подсел на это блогерство, поэтому, думаю, вы оцените. Кому не нравится, друзья, просто не смотрите, выключите или там промотайте на другой ролик. Вот. А кому нравится, от души, спасибо. Надеюсь, вы поддержите мой канал хоть какой-то денежкой, копейкой, скажем так. Вот. Кто-то может не копейкой, мне будет очень приятно, тогда для вас еще больше поснимаю, у меня будет больше возможностей. У меня есть много мест, где я не был, куда бы я хотел съездить, помимо вахты, и поснимать для вас материала интересного. Поэтому, думаю, кто-то из вас все-таки... У меня вот за полгода, кстати, 100 рублей пришло. 100 рублей пришло, вот. Но все равно это уже 100 рублей за раз и за полгода. Я считаю, это большой прорыв. Вот, поэтому как бы я даже снимаю, наверное, больше не из-за того, что у меня там какая-то деньга упала, да, а больше даже вот ради справедливости. Друзья, у меня все есть и нужно мне немного, и я ничего у вас не прошу. То, что я выкладываю свои видео, я выкладываю их больше даже, наверное, для себя. Наверное, хочется вписать себя в историю, да, вот меня как один человек такой вот хороший сказал, не станет. В любой момент, да, а мои видеоролики, мое творчество будет жить. Я когда-то рэпчик писал, да, и снимал там пару видеоклипов у меня любительских, один, кстати, профессиональный, вот, мне ребята снимали, его знакомые. В данный момент, да, я уже от этого отошел, от музыки, и вот я увлекся, хочется мне, да, вот, внимание с вашей стороны, вот, хочется показать, как я живу, чем я живу, наверное, таких, как я, миллионы, да. Но я вот решил с вами поделиться, да, именно вот своей жизнью, как я живу, где я работаю, там, кем я работаю, хобби свои, не знаю. Ну, в общем, о своей жизни, влоги, да, как это модно сейчас говорить, влоги, там, снимаю я влоги, ну, вот. Поэтому, если вам не нравится мое творчество, мои влоги, там, мое блогерство, да, вы можете просто переключиться на другого блогера, вот, или поднять пульт от телевизора и вот так вот одним щелчком, да, включить там какую-то любимую передачу или телесериал. Опять же, я не давлю на жалость, поскольку вы не знаете, что у меня в душе, что у меня в голове творится, да, и
многие из вас, наверное, думают, да, то, что я там решил бабла нагреть, да, сейчас блогерством заниматься довольно-таки престижно, выгодно. Вот, да, не отрицаю, конечно, хотелось бы, чтобы труд как-то, это тоже какой-то труд, да, там монтаж, сидеть ролики и монтировать, потом все это выкладываешь, не спишь, бываешь ночами, да, ждешь, пока все это на сайты загрузится, вот, потом только ползешь на работу полусонный, полудохлый. Вот. Но опять же повторюсь, я это делаю все в большей степени для себя, любимого, да. Вот, для своих родных, которым нравится смотреть, которые следят, которым намного спокойнее видеть, что со мной происходит, когда я далеко от дома, да. А потом уже, наверное, для вас. Поэтому не надо писать мне такие комментарии. Хотя, если хотите, можете, в принципе, и гадить комментариями такими. Вот. Мне от этого ни холодно, ни жарко.